Bonjour, je suis Grigory Tomski, président de l'Académie internationale Concorde. Здравствуйте, я профессор Григорий Васильевич Томский, президент Международной Академии Concorde. Я являюсь также организатором и руководителем международного движения Concorde Fidjipi Vratolan, созданного по инициативе ЮНЕСКО в 1993 году. Меня попросили высказаться о сборнике «Выдающиеся просветители Евразии», одним из рецензентов которого я был. В этой научно-популярной книге рассказывается о жизни 49 деятелей образования, культуры и науки. Примерно половина из этих деятелей были свидетелями, а большинство из них активными участниками событий, связанных с установлением советской власти и последовавшей за ней культурной революции. Многие из них погибли во времена сталинских репрессий. Описание драматических событий из жизни этих просветителей держит читателя в особом эмоциональном напряжении. Поэтому я рекомендую распространение электронной версии этого сборника среди казахских, киргизских, татарских, башкирских, якутских и других кинорежиссеров и продюсеров.